Так, сейчас сниму нашу квартиру. Вот это я стою спиной к входной двери. Вот слева от меня это дверь в совмещенный санузел. Справа от меня это двустворчатый зеркальный шкаф. Вот он такой. У него внутри, значит, вот с вешалами. Одно отделение, а второе отделение с полочками. Вот такое. Так, дальше. Значит, вот она как раз входная дверь у них. Входная дверь. Так, вот зайдем как раз в санузел. Значит, в санузле прямо. Даже не знаю, как это назвать. Выделенное место под душ. Не душевая кабина, а просто вот отгороженная такая площадь. Так, вот здесь всякие шваброчки, щеточки, тряпочки. Так, вот я спиной к двери стою, значит, здесь вот такой вот мой дадыр с зеркальным шкафчиком, с полочками внутри за зеркалом и полочками по бокам. Дальше справа получается от входной двери стиральная машинка. Машинка, кстати, очень хорошая. Набор полотенец. Два больших банных и два маленьких. Унитаз. Вот этот коврик зеленый, он вообще-то около душевой лежит. Это Костик его сюда переместил. Вот там вентилятор вытяжной. Так, выходим. И если входной двери стать спиной, то идем в такую кухню-гостиную, что ли. Значит, вот прямо по ходу у нас обеденный стол, стульчики-табуреточки, над ним телевизор, прямо выход на лоджию. Кстати, выход на лоджию в двух местах, здесь и в зале. Значит, вот слева холодильник. Холодильник очень хороший, большой. Вот он как раз кухонный уголок, мойка, шкафчики. Тут, значит, нагреватель у них собственный. Ну, плита газовая, четырехконфорочная, духовка, все работает. Вот еще диванчик выкатной раскладывается. Кондиционер, люстрочка. Мраморный такой красивый пол здесь. Так, ну на лоджии я уже показывала. Так, теперь в зал проходим. В зале. Вот это тоже здесь выход на лоджию, второй. Значит, слева сразу идет гладильная доска с утюгом. Прямо по курсу маленький журнальный столик и два таких креслица. Ничего, так удобненькие. Вот. Здесь еще один телевизор. И, ну, даже не знаю, как это назвать. Модульная система такая. Тоже кондиционер, люстрочка, диванчик. Правда, мы не пробовали раскладываться, но, скорее всего, раскладной. Вот, сейчас покажу маленькую спальню, поскольку эта квартира переделанная, в спальне нет окна, это темная комната. Там у меня сейчас Костик спит, поэтому я тихонечко сниму. Спасибо.